4 ноября в экспозиционном зале Брестского государственного технического университета проходит выставка научной школы профессора Виталия Северянина, представляющая кафедру теплоснабжения и вентиляции. Демонстрация инновационных разработок студентов и преподавательского состава кафедры важна и интересна не только для научных кругов, но и в первую очередь для студентов, которые имеют уникальную возможность познакомиться с практической составляющей своей будущей профессии. Тем более, что некоторые разработки уже давно и успешно используются на производстве. Много лет мы работаем над процессами теплотехническими, которые интенсифицируют все производство теплотехническое. Мы вырабатываем несколько установок, которые уже приносят конкретный экономический эффект. В частности, на основании наших работ по новому методу сжигания топлив, так называемому пульсирующему горению, нами исследован, создан и изготовлен экспериментальный парогазогенератор. Он, в частности, используется уже, покупается различными, так сказать, предприятиями для производства железобетонных изделий. Бетонные изделия, они должны быть обработаны тепловлажностным каким-то теплоносителем. И вот эта наша установка вырабатывает вот этот теплоноситель. Она, эта установка, наш парогазогенератор, заменяет целую котельную. В активе школы уже более 200 научных работ, 2 монографии и около 300 патентов на изобретения. Подготовлено 4 кандидата технических наук, 3 магистра и 3 диссертанта. Созданные на базе этой школы инновации не только разрабатываются, но и активно используются. Помимо парогазогенератора, солнечной установки и битумного котла, в стадии внедрения находится сушилка для пиломатериалов, пресс-фильтр, а также гелиоколлектор. Научно-исследовательская работа студентов также имеет свои положительные результаты. Уже получено 4 патента и готовится еще 12 заявок. Возможность заниматься такой деятельностью и делать это плодотворно привлекает талантливых ребят и заставляет двигаться вперед в своих научных изысканиях. Все эти работы довольно-таки интересные, и они мне понравились. Я даже, так сказать, в будущем хочу тоже попытаться что-то свое внести в текущие проблемы, так сказать, даже, можно сказать, мира. Научно-техническая выставка школы профессора Виталия Северянина будет работать в Брестском государственном техническом университете по 8 ноября включительно. А потому у всех, кому интересны разработки и инновации в данной сфере, есть уникальная возможность познакомиться с экспонатами. Для абитуриентов это может стать хорошим ориентиром при определении будущей профессии. Студентам даст новые идеи для размышления, а предприятиям возможность увидеть современные технические методы работы.